Сейчас Марат производит отбор спермы половозрелых трутней для того, чтобы инструментально семенить пчелиную матку. Нужно отобрать сперму как минимум от 8 трутней. Сейчас мы приступаем к второму этапу. Подготовку пчелиной матки. Потом на это. И одеваем ее сюда. Так, уже да. Одеваем подсоединенному шлангу, сейчас. Который наркоз. Подает углекислый газ. Сейчас открывать надо. Сейчас уже матка понемногу прекратила движение, она замерла. Она находится в наркозе. Видно, посмотрите, что она живая. Да? Сейчас медленно начнет вводить капилляр в пчелиную матку. Нужно вводить осторожно, чтобы не травмировать. Да, матку. Да, да. Очень да, осторожно. Опять же, ювелирная работа. Видите, все убираем и вынимаем матку. Матка пока еще в наркозе. Но сейчас сразу одновременно происходит процесс мечения матки.